Гонки на выбывание проходят на коротких, замкнутых трассах. С самого начала гонки нужно стараться держаться впереди. Тот, кто по истечении времени окажется последним, выбывает. Если машина получает критические повреждения, она также выбывает, а таймер сбрасывается. Победителем становится последний оставшийся на трассе гонщик.
Ты только что открыл кое-что особенное. В последней гонке никому не удалось даже приблизиться к тебе. Просто поверить не могу. Ты получаешь доступ к серии X-Games.